Сегодня на заседании свои полномочия складывает председатель общественной палаты Артем Садула. По итогам состоявшихся 4 апреля выборов он стал одним из народных избранников в Совете депутатов городского округа Пушкинский. Итог работы общественников под руководством Артема Садула подводит заместитель главы администрации городского округа Пушкинский Нина Ушакова. Я не буду скрывать, безусловно, мне весь этот период, весь этап не знаком, конечно же, досконально. Но вы об этом знаете, как он шел, что он сделал, как он вас всех поддерживал. Вы, наверное, это знаете лучше меня, поэтому я об этом говорить не буду. Я просто еще раз поблагодарю Артема за ту работу, которую он провел на поле общественной деятельности. И, конечно же, пожелаю ему удачи уже как народного избранника, избранного депутата Физбурга. Очень жалко оставлять, очень жалко свое такое детище, свою семью, можно сказать, свою палату, которую вот я уже второй созыв возглавляю, и считаю, что действительно мы неплохо работаем, раз три раза мы были на первом месте, и по итогам года мы даже были на первом месте среди всей Московской области. На прощание Артем Садула награждает благодарственными письмами особо отличившихся общественников, а также руководителей предприятий, которые помогали палате в решении различных вопросов и проблем жителей. Среди награжденных – коллективы городских средств массовой информации, в том числе Ивантеевского телевидения. Мы ваши телевидение. Я хочу сказать, что куда мы, туда и вы. За это вам большое спасибо, да, то, что показываете и нашу работу. Основной вопрос заседания – избрание нового председателя общественной палаты. Им единогласно становится Татьяна Злотникова. У общественников она на хорошем счету. В составе палаты уже второй созыв. Мы будем двигаться согласно планам, потому что планы на год разработаны. У каждой комиссии есть план работы. И, соответственно, мы будем только следить за выполнением и, соответственно, добавлять какие-то новые мероприятия. Я надеюсь, что у нас будут какие-то новые проекты, потому что сейчас все больше ограничений снимается и все больше возможностей что-то делать в городе. И я надеюсь, что также будут поступать обращения от жителей города, которые мы будем отрабатывать и помогать. Заместителем председателя общественной палаты Ивантеевки избрана Татьяна Раевская. В планах у общественников усилить работу по социальному направлению. Есть уже несколько идей, связанных с оказанием помощи инвалидам и людям в трудной жизненной ситуации. Людмила Ермакова, Владимир Безлепкин, Анна Белова. Программа «День за днем».